В торговом центре «Ривьера» был задержан пьяный экс-милиционер. Он громко ругался и выкрикивал антиукраинские лозунги. При обыске оказалось, что он вдобавок был вооружен и украл туалетную бумагу из магазина. Видимо, на листовке. А говорят, милиционеры бывшими не бывают. Все же привыкли, что иногда приходится нести работу на дом. Персонал зоопарка не исключение. Маленькая львица живет у работницы зоопарка уже 3 недели. Говорят, что всем довольна. Ждут, когда начнет называть ее мамой. Макдональдс – одна из самых известных сетей фастфуда в мире. Все это благодаря рекламе, которую можно увидеть почти везде и в больших количествах. Даже на стихийных свалках. Безжалостный маркетинг. Водитель снес забор и врезался в дерево на школьном дворе. Чудом никто не пострадал. С такими навыками вождения нужно было в автошколу ехать, а не в обычную. Одесские школьники приняли участие в историко-патриотическом квесте. Прошли его все, а лучшие даже получили призы. Действительно знали или же помогло отменное владение молодежи интернетом?